родная родина, теплый родительский дом. Сколько дорог было пройдено, думали всюду о нем. Крепкими узами связаны мы с этой доброй землей. Мы и навеки обязаны всей нашей жизнью земной. В Ногайском районе Карачаево-Черкесии есть небольшой, но такой уютный аул Адилхалк. В этом выпуске программы «Мой аул» мы приглашаем вас прикоснуться к его истории и познакомиться с чудесными людьми, проживающими здесь. Официально аул Адилхалк, он где-то в 30-х годах его переименовали. До этого этот аул назывался аул Верхнее Мансуровское. Ногайцы его называли Шабаз-аул. По имени князя Мансурова, Шабаза Мансурова, его так называли. До того, пока, это уже когда, это где-то 1800-х годах, так вот так, когда назвали. А до этого аул несколько еще было его название. Вот где мы сейчас стоим, на этой точке. С этой точки, значит, здесь бугор там, называется Октюгентөбе. Октюгентөбе, это там сейчас завод мясокостной муки там построен на этом бугре. Октюгентөбе названо, Октюген — это стрела попавшая. А фактически этот Октюген, как вот нам рассказывали старики наши, это название Октюген берет название 1346-45, может, 40-е годах, когда правил хан Жәнібек. Во время Золотоордынской хан Жәнібек, когда правил Золотой Ордой. Этот вот сегодняшний вот наша вот малая такая родина, она была частью Золотой Орды, одним из регионов. И вот от этого от завода мясокостной муки, вот где там Төбе, Октюгентөбе, от него до Ажгала, вот до Ажгала где-то 1,5 километра. Вот. Когда хана Жәнібека дочку украл, Шайырбека украл Айсылы сын Ахмет, когда украл, он останавливался Ажгала. Там был караван-сарай, там останавливался. Настигли Куғын-Аскер, Куғын-Аскер, это означает вот, преследователи, которые там во главе с Алау-Батыром, настигли их здесь, и, значит, когда уже должны были Ахмеда схватить, в этот момент, значит, оттуда он взял Шайырбека, на коня посадил и, значит, умчался. И вот до этого, до вот этого Төбе дошел, Алау-Батыр говорит, догоняет его и говорит: «Ахмед, мы тебя ловить не хотим и убивать тоже не собираемся. Но хан приказал, чтобы мы вернули его дочку этот. Но мы тебя уважаем как настоящего батыра. Поэтому, говорит, вот мой вальс, ты, говорит, стрельни в него». Вот так поднимает руку, и левую руку и большой палец. Он поворачивается и стреляет. И попадает в его палец. И он возвращается и говорит: «Вот видите, говорит, он меня палец ранил меня». И, значит, этот, ну, войска, значит, преследователи назад возвращаются, а он с этого места уезжает туда, ближе к горам, останавливается. Вот сейчас станица Ахметовская, он в Краснодарском крае находится, по нынешним географическим этим, в Краснодарском крае, в Лабинском районе, станица, по-моему, Лабинский район, станица Ахметовская. А скала, откуда он со своей невестой спрыгнул, находится в Урупском районе Карачаево-Черкесии. Там подскальная есть, называется Ахметхая. Адилхалк, что в переводе «Адиль» — это справедливый народ. Народ, альхамдулилля, и вправду в этом ауле хороший, добрый, отзывчивый народ. Народ, который никогда тебя не оставит. Альхамдулилля, в этом ауле, аул сравнительно старый аул, древний аул, где выросли не одно поколение известных людей, где выросли не одно поколение людей, которые были известны не только по республике, уже по Союзу,
Вот. Если вот так сказать, под день осени можем кого-то забыть. Аул. Мы сейчас вот находимся на фоне мечети, который был построен. Уже мы начали проводить богослужения, молитвенные обряды 7 лет назад. Это было в 2012 году, было открытие. Вот. Что могу сказать про аул? Аул, иншаллах, находится в таком географическом положении. Вот на перекрестке, можно сказать, дорог. Вот справа от нас отходит дорога в Архиз, слева у нас отходит дорога в Домбай, Черкесск. Вот, сзади у нас есть дорога, которая идет в Ставрополь. Вот. Находится на перепуте, на перекрестке не только дорог, вот, на перекрестке вот аулов. Можно сказать, это географический центр района, можно сказать. Аул Адильхалк на сегодняшний день в числе динамично развивающихся населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Здесь строятся новые социально важные объекты, ремонтируются дороги, что, несомненно, положительно влияет на жизнедеятельность местного населения. На сегодняшний день у нас население около 2000, чуть меньше. Ну, в основном, по исторически сложившим положению, основном занимается скотоводством, растениеводством, ну, таким традиционным занятием, можно сказать, нашей республики. Аул сам по себе, ну, развивается в последнее время. Сказал бы, даже неплохо. Вот за последнее время у нас вот последние годы вот построили ФАП с дневным станционаром. Он действует уже. На сегодняшний день вот в текущем месяце хотят сдать тоже вот Дом культуры. Тоже будет. Планируется построение еще детского сада. Ну, а так еще текущими проблемами, конечно, это как бы занимаюсь. На сегодняшний день вот немножко наши такие гравийные дороги ремонтируем. Практически полностью охватили это. Ну, за один год все равно не сможем полностью охватить, но большинство дорог в этом году отремонтируем. На зиму отремонтировали вот ребятам спортзал. Отопление, утепление привели. Все мы хорошо знаем, что в сельской местности школа является центром, вокруг которого сосредоточена вся общественная жизнь населенного пункта. Именно в кузнице знаний дети становятся настоящими патриотами своей малой родины. На втором этаже нашей школы есть зал боевой славы. На нем мы собрали ветеранов Великой Отечественной войны, и на нем же есть моя прабабушка. Ее зовут Джалибиева Вера Александровна, и она родилась в 1926 году. Во время войны ее забрали в концлагерь, и, находясь в плену, она была самой маленькой. Ей было всего лишь 12 лет. Их там довольно часто перевозили с одного места в другое. Ее, в частности, перевезли сначала в Польшу, а затем в Германию. Она находилась в плену на протяжении почти всей войны, и лишь к ее концу удалось ее вызволить. 25 декабря 1979 года – это трагическая дата, которая затронула почти целое поколение. Все, кто хоть как-то соприкасался с этим событием, будут чувствовать боль и 20, и даже через 40 лет. На нашем стенде расположены люди с Карачаево-Черкесии, которые побывали в Афганистане. Всего их было 847 ребят, а в частности из Адильхалка шестеро. Одним из них был Зетлюжев Хасан Казбулатович, и он был выпускником нашей школы. Славится образовательное учреждение своими высококвалифицированными педагогами. В школе сформирован стабильный и сплоченный коллектив учителей. Сегодня уже 17 лет я работаю химиком-биологом, имею классное руководство. У меня сейчас 7 класс, и каждый год выпускаю детей.
Каждый год? Каждый год выпускают детей. Вот у меня, где очень много детей, каждый год сдают химию и биологию. В основном все заканчивают, идут на медакадемию. Дети успешно поступают. У меня есть ученик, у которого я была и классным руководителем, и он сейчас работает в Москве нейрохирургом и работает же в Руденко преподавателем нейрохирургии. Как зовут? Его зовут Джилкашиев Беслан. Анжела Махтиевна – преподаватель, который не стоит на месте, регулярно развивается и повышает собственный потенциал. За годы работы она собрала весьма солидное портфолио, имеет много грамот и благодарственных писем. Я свой кабинет считаю своим маленьким царством, я его очень люблю. И все здесь у меня появилось благодаря людям, которые мне помогли вот это все приобрести. Это у меня здесь большое спасибо хочу сказать председателю комитета по законодательству и государственному строительству Умалатову Владимиру Амирбиевичу. Огромное ему спасибо, что он поддержал, когда я обратилась к нему письмом. Вот эта вся мебель приобретена за то, что он выделил деньги. И Михайлович Мратхана Джигиревне, это депутат Народного собрания КЧР, я к ней обратилась письмом, у нас в школе не было микроскопа. И, как она мне говорит, весь КЧР знает, что Адилхалской школе нужен микроскоп. Я приобрела этот микроскоп. Большое ей спасибо. Вот два человека, которые поддержали меня. Родителям огромное спасибо, что мне помогли в эту трудную минуту с ремонтом. И вот маленькое мое королевство. Гордится своими выпускниками еще одна жительница аула Адилхалк, ветеран педагогической деятельности Бопатай Умаровна Уракчиева-Дюрменова. Женщина в настоящее время находится на заслуженном отдыхе, однако, как признается педагог, все мысли всегда о школе. О каждом выпуске, о каждом из них у меня все. В памяти? В памяти, все. Связь поддерживаете, наверное? Это... Как сказать? Вообще, я иногда вот с родителями, вот те, которые окончили, все равно я за них же болею. Я иногда с ними им говорю, это ваши дети, а моя гордость. Потому что они такими стали, я горжусь своими детьми. Сколько вы не болеете, сколько я. Потому что это же мой результат, я говорю. Вот. Но математика – это такой предмет, которая дает логику, быструю сообразительность. Вот это все в комплексе. Человек, если стал он врачом, отличный врач. Если он юрист, отличный юрист. Если он учитель, вот, пожалуйста, директором школы работает моя Баракаева Насфхан. Да, вот так. И всегда я, чтоб ругала, на уроке сядь нормально, вот, одно слово сказала, такого не было. Что кому-то замечание делала, такого не было. Дети, я не знаю, может... В общем-то, я благодарна своим ученикам. Они меня сильно и по сей день любят. Родилась и выросла Бопатай Умаровна в Адилхалке. Окончила местную школу. Следом физико-математический факультет Ставропольского пединститута. Вышла замуж за односельчанина и всю жизнь посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения, опять-таки своего же родного аула. На протяжении долгого времени являлась и директором школы. С детства вот, была мечта стать педагогом. С детства. Вот мне где-то вот подготовительный, раньше же подготовительный был, вот подготовительный пошла, вот за учителем по пятам ходила, чтобы я тоже могла стать учителем. Вот так я любила свою профессию. У меня один только единственный приказ поступления сюда, в Адилхалскую среднюю, восьмилетнюю, а потом стала директором Адилхалской средней вечерней школы. А потом заново перешла в Адилхалскую дневную школу, потом начала работать директором Адилхалской средней школы. Все, Адилхалка, Адилхалка, Адилхалка. С каждой полки, из каждого угла комнаты Бопатай Умаровны видны фотографии детей и внуков.
Женщина гордится своими потомками. Признается, что внуки слаще, чем собственные дети. Я их сильно люблю, я не скрываю. Вот высказывание Омара Хайяма есть. Он пишет: «Любите своих внуков больше своих детей». Почему? Потому что когда самые близкие люди, они мне, вот бабушкам, дедушкам, когда нас нету, мы своих детей будем оставлять своим внукам, внучкам. Поэтому я их безбожно люблю. Настоящий праздник у соседей Бопатай Умаровны. Амирби и Джанетхан Казаковы отмечают знаменательную дату – полвека совместной жизни. Вся трудовая деятельность супругов прошла на севере в Новом Уренгое. Он строитель, она повар. Познакомились, но раньше в школе вечера были, там и познакомились. Почти 2 года он за мной ухаживал, потом мы поженились. Вот 50 лет пожили. Здесь работали, здесь жили, здесь работали. Мне 35 было, когда я уехал в Уренгое, а ей 30. А почему вдруг вот вы решили уехать? А все собирались по вызову. И думаем, что в ауле делать? Ребята там дальше работают, вот наши ребята с аула. Они сказали, там нормально, оплата неплохая. Можно поехать, позаработать, строиться, чтобы дома. Вот, собрались и поехали. Я поехал в октябре 80-го года. 1 октября мне было 35 лет, 2 октября я улетел в Уренгой. Через месяц она приехала. Ну, ее отец отправил. Долгие годы упорного труда и взаимной поддержки помогли супругам многого добиться. Поэтому с уверенностью можно сказать, что отношения в семье Казаковых действительно прочные, проверенные временем, золотые. В их сердцах живут взаимная любовь и благодарность за совместно прожитые годы. Как-то мы понимали с полуслова друг друга. Понимали друг друга, вот именно, да. Бывали иногда и разногласия, они не без этого. В семье, но не так, чтобы сильно, ну, бывали, ну, ругань, драка, такого у нас не было ничего, уступали. Разводов всяких, без друг этого друга. Жили все. Потом дети подросли, свои, потом ихние дети, вот. Не до этого было, ругаться там ничего не... Ну, бывает в жизни всякое, конечно. 2 правнуков, за ними смотрим. Там на 2 детей, как раз 2 воспитателя надо. Что вот они для вас значат? Все. Для нас это все. Знаешь, зачем жили. Супруги Казаковы родили и вырастили 2 детей. Случай, произошедший 13 лет назад, разделил их жизнь на до и после. Старший сын, успешно работавший в органах внутренних дел, в молодом 36-летнем возрасте попал в автокатастрофу. Память о нем живет. Амирби Абдулович и Джанетхан Яхьяевна растят и воспитывают внуков сына. Гордо носят звание прадедушки и прабабушки и радуются жизни, несмотря ни на что. Малая, милая родина, точка на карте земли, сердце навек тебе отдано, мы тебя помним вдали. Я очень люблю свой аул, больше жизни люблю свой аул. Лучше как, ну такого аула вообще нигде нет, если честно сказать, такого, пусть обида не будет никому, такого нет. Где бы я ни был, всегда аул он тянет, как магнит. Я бывал везде, ну, в Германии, Польше, Чехословакии, Румынии, Турции. Ну, красивее, чем отдел халки, честно сказать. Вот посмотри, сейчас вот зима, да? Казалось бы, ничего здесь, ничего нет. Вот посмотри, она все равно как в других местах и летом такой красоты не найдешь, как вот сегодня. Вот. Я рад, я горд тем, что родился в этом ауле, горд тем, что живу и... Иншаллах, вот, иншаллах, я даже
полный, даже не осознаю. А так сказать, это большая гордость, что я являюсь имамом, эфендием этого аула. Вот я не представляю себя вне аула, не представляю себя вне этих жителей. Я, можно сказать, это не только мой аул, это моя семья, можно сказать. Дай Аллах всем этим жителям нашего аула, вот то, что нам донесли наши предки, вот это уважение нашему аулу, уважение нашим жителям. Вот дай Аллах, чтобы наши жители вот эту эстафету, иншаллах, донести до наших потомков. Аул сам у нас по себе дружный очень. Люди многие, родственники друг другу там, родные, двоюродные, троюродные. У нас в ауле вот такая специфика подчеркивается. Друг другу особо чужих людей нет, кроме приезжих так. Так что у нас аул, он всегда у нас, вот, фронтовики у нас многие были, герои есть, ну, герои каком, не герои, но орденосцев много. Улицы, вот их честь названы у нас много, улица Челябиева, улица Утакаева, Пиробасова улица, улица Дюрменова, это все наши фронтовики, орденосцы. Наш аул, хоть маленький, но он очень красивый. Тут хорошая школа, и всегда можно погулять на горе, там покататься на санках зимой. У нас в ауле есть речка. Надо только спуститься к ней. Я летом купаюсь на речке со своей семьей. Я очень люблю свой аул. Хоть он и маленький, но в нем очень свежий воздух, речка хорошая, гора. Когда ты поднимаешься на гору, видишь весь вид в наш аул. Очень свежий воздух, хорошая школа, садик, памятник есть. Я хочу, чтобы мой аул процветал не только вот красотой, стройкой, это не. Я хочу, чтобы наши дети были высокообразованными, они стали хорошими учителями, потому что кто их будет учить? Хорошими врачами, ну, экономистам, юристам, чтобы они могли поддержать свой народ, не только наш аул, свой народ. Вот это я хочу своему аулу. И горжусь я своим аулом. Чистый аул. И улицы всегда чистые, и, мне кажется, он самый чистый из всех аулов в Ногайском районе. Это первое. Второе, здесь люди более сильно, или как сказать, по сравнению с другими аулами, поддерживают обычаи, чем у других. Аул наш очень дружный, хороший, да? Мы общаемся со всеми своими знакомыми, друзьями, соседями. Ну, что можно сказать? Все друг друга уважают, ходят в гости друг к другу. Времена меняются, проходят годы. Однако, несмотря ни на что, адилхалковцы стараются всеми силами сохранить те добрые традиции, которые были у их славных предков. Они сохраняют культуру, помнят историю, уважают старших и оберегают малую родину.